Игрок мастер Сатурна, Дибиров Исмаил, 11 номер. Привет. Поздравляем с победой. За счет чего удалось сегодня набрать 3 очка? Спасибо большое за поздравления. Я думаю, это связано... Прошлые игры у нас складывались не очень. Все знают, 2 последних матча, 1 последний вообще разгром. Думаю, настрой на эту игру был особенным, чтобы взять уже 3 очка, которые нам так нужны. Я думаю, настрой повлиял очень сильно на нашу игру сегодня. И какой был изначально план на эту игру? Ну, у нас план один, это понятно, каждый матч это 3 очка на победу. План забивать побольше мячей, внимательно в защите. Мы знаем, команда соперника очень хороша в борьбе. Не уступать в борьбе был план. Вот и все, и как бы воздалось, я думаю, взяли 3 очка. Еще раз поздравляем с победой. Всего доброго, удачи. Тренер мастер Сатурна Олег Андреевич, поздравляем вас с победой. Скажите, пожалуйста, ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Все ли задуманное удалось? Очень редко, когда все задуманное удается. Но комментарий следующий. Плохо вошли в игру. Очень плохо. Связываюсь с тем, что много игр играем. По 2 игры в неделю. У нас еще идет турнир в область. И ребята не совсем успевают восстанавливаться. И, может быть, даже не успевают восстанавливать эмоции прежде всего. Поэтому очень долго входили в игру, очень много выступали в единоборствах. И хорошо, что где-то минуты с 30-й наконец-то вработались, почувствовали ритм игры, прибавили скорость. И уже концовка тайма была за нами. Играли уже с небольшим преимуществом, создали какой-то первый полуопасный момент. Ну, на второй тайм была задача выйти и действовать точно так же. В принципе, хорошее начало было второго тайма. В этот отрезок удалось забить гол. Все остальное дотерпели. И с чем была связана замена в первом тайме Жбанова? Ну, замена была связана с тем, что не совсем не хватало остроты, не хватало отработки в оборону. Вот, то есть объем, мобильность и так далее. Поэтому была попытка изменить как раз что-то в игре, и, в принципе, это удалось. Я думаю, что замена сыграла свою роль, потому что как раз где-то с этой минуты мы стали переламывать хоть игры. Большое спасибо. С победой. Всего доброго. Удачи.